Mas não chuta porque a gente dá pra fazer ele. А вот, смотри, вот уже стояло. Вот не телефон заряд. Что за бутерброд? Вот это зарядка. Конечно. Ну я же говорю, я сразу посмотрел на подлокотник, говорит, может это телефон? Вот смотри, какая-то замечательная. Это... Или статуэтка. Ну что-то такое вот похоже, блядь. Какой? Ну провод туда идет. А, что... эту хуйню не подвинем, не возможно? Или потом будет резать? Нет, это экспертов нельзя слушать. Полиция. Скорее всего, зарядка, блядь. Потому что... Сейчас, вот отсюда вот началось. А зарядку можете саму воспоминать? Конечно. Так вон из-за свечи. Телефон взрывается. Так, смотри, да, перезарядка. Розетка. Ой, смотри. Алло. И там вилка торчит, вот отсюда. Что ты было подключено? И оно, блядь, приставка вон на телефон. Ой, ну я не знаю, кто куда. Тихо, ты дрыжишь, блин, дал? Короче, я забираю. Ну нас не называется. Что ты стало там? Ну, она подеюсь, пошел на связь. Все, Вова, закрывайте краны, собирай. Да, поиграли пианино. Горела квартира. Какой-то бедюшник, блядь. Тут как будто люди не живут, блядь. Что, что? Типа квартирантов. Не видно ничего. Нельзя сделать. 15 этаже. Нет. На площади 3 метра квадратных. Ну, это тоже. Никто не знает, что здесь.